За выброс мусора из легкового автомобиля тюменцы заплатят до 15 тысяч рублей штрафа. Юридическим лицам за это грозит до 50 тысяч. Наказывать будут тех, кто целенаправленно вывозит отходы на несанкционированные свалки. Нарушителям на больших грузах наказание серьезнее. Если для этого использовали тракторы, прицепы и другую спецтехнику, то штраф для гражданских лиц до 50 тысяч, для юридических до 120. За повторное нарушение конфискуют автотранспорт. Причем для фиксации такого преступления достаточно фото или видео. Фото-видеофиксация, чтобы видно был автомобиль, виден был госномер, соответственно, это все фиксируется, можно написать заявление, обращение в департамент недропользования экологии Тюменской области, который осуществляет государственный экологический надзор, ну и, соответственно, там уже каждое событие будет рассмотрено, и в зависимости от того, чей земельный участок.